Дисклеймер. Привет, я Третий, и сегодня мы продолжим проходить Данганронпу. Классный суд, как и, судя по всему, финальный. Насчет того, что произошло... что насчет того, что... ночного происшествия? Какого? А, все, понял. Макото, ты сказал, что на тебя в той же комнате напал человек в маске. Если Мукро была уже мертва несколько дней, то это определенно не могла быть она. Так что, кто тебя атаковал? Личность нападавшего на меня человека, у меня только один вариант. Кукловод. Директор Мукро. Хм. Ну тогда вряд ли мертва Мукро. Кукловод. А вот тут, слушай, уже серьезно, я не знаю. У меня все... либо кукловод, либо Мукро. Давай Мукро выберем. Если Мукро была мертва уже несколько дней, то сложно представить. Да, согласен, да-да-да. Тупость была. Да-да-да, я понял. Тупанул. Давай еще раз. Я понял, это надо было кукловод выпустить. Да-да-да. Человек, который на меня... человек, который на меня напал, это кукловод. Он обнаружил в саду Мукро той же маски. Я, естественно, предположил, что она на меня напала, но я ошибался. Это была не она, это был кукловод. Ну чего это ты смеешься? Вы не обращайте внимания на меня. Я просто устал слушать ваши разговоры. Пора и мне принять участие в обсуждениях. Давайте начнем с маленького, простенького вопроса. Вы лишь предполагаете, что я напал на Макото, верно? Это просто предположение. Вы можете звать наверняка, кто был на подмаске, ведь так? Ну, в этом, как и есть, вся суть маски. Истинная личность человека в маске Мукро и Кусама, по крайней мере, я так думаю. Если у тебя доказательства, что убедит меня в обратном. Нет, Мукро никак не была напасть на меня. Пусть я и не видел лица нападавшего. У Мукро была заметная татуировка Фернира, если вспомнить человека в маске. Угу. То все станет ясно. Одна пуля, пожалуйста, одна, одна, одна. Есть. Ты ведь не увидел его лица, верно? Что ты... так что ты не можешь знать наверняка, кто скрывается под этой маской. Я вам говорю, это была Мукро и Кусаба. Блять, ты ошибаешься. Даже не видя ее лица, достаточно посмотреть на другую примету, чтобы доказать, что это не так. И какая же примета? Правая рука? Или левая рука? Может, правая нога? Или левая нога? Или это может быть бедра? Хорошо, что я тогда промазал. Все, да-да-да, татуировка была на правой руке. Так-так-так. Я в этом классном суде еще ни разу не ошибся, прикинь. Это вообще я мощь. Монстр, просто машина. Машина по разгадке тайн. Если я правильно помню, то у Мукро была татуировка на правой руке. Символика Фернира, а именно татуировка волка. Но я видел правую руку нападавшего на меня человека. И на ней не было такой татуировки. Так что под маской никак не могла скрываться Мукро. Да, что ж, ладно, ты меня убедил, похоже, это было не одно. Но все равно не значит, что это был я. Это мог быть, как бы, кто-то другой, верно? У нас есть Сухиро, Токаяо, есть железные алиби на всю ночь. Да, мы были в зале и разбирали тебя, так что это не могли быть мы. Да-да, конечно, это не мог быть кто-то из вас, но что насчет Кокё? Это определенно могла быть она. О, никаких язвительных ответов, я попал в яблочко. Если ты настаиваешь, то я не против показать вам. А? Показать что? А как ты думаешь, я покажу вам то, что без тени сомнения докажет, что я не была нападавшим? Что? Прежде чем что-либо успел сказать... Обгоревшая рука, Кюкё сняла свои перчатки. Твои руки? Не сдержавшись, я ахнул. Это было не просто немного обгоревшая кожа. Ужасно, не так ли? Это произошло, когда я еще училась быть детективом. Я была неопытной. Я думал, что ты не хотела, как, чтобы кто-либо видел твои шрамы. Если это приблизить нас на шаг к разоблачению кукловода, то меня это не особо беспокоит. Мне показалось, что Кюкё смаковала... смаковала слова, пока произносила их. После этого она надела свои перчатки. А почему не показали с лицевой стороны? Мои шрамы должны быть достаточным доказательством.
Макото, у нападавшего на тебя человека были такие шрамы, как у меня? Нет, ничуть, я уверен. Тогда это все проясняет. Не может быть никаких сомнений, что на Макото напал истинный кукловод. Даже это ужасно. Мало того, что мы тайну раскрыли, так мне еще и пришлось смотреть на твои отвратительные шрамы. Прости, я сказал это вслух. Надеюсь, что не задел твои чувства. Нисколько. Говори, что хочешь. А тебе все равно, если ты сможешь загнать меня в угол, не так ли? Но я пока что не загнан. Потому что, если вы не заметили, обстоятельства, окружающие смерть Мокуру, совершенно непонятны. Это правда, единственное, что мы сейчас знаем, это что она была убита задолго до утра. А кроме этого, мы вообще ничего не знаем. Ты же не собираешься сказать нам, что она умерла еще до нашего прибытия в Академию, ведь так? Насчет этого можете не беспокоиться. Я вам клянусь, она умерла точно после того, как началась наша небольшая игра на выживание. Значит, она каким-то образом была убита тайно, без лишних глаз. И неизвестно, сколько времени прошло после ее смерти, прежде чем мы ее нашли, верно? Виновник где-то хранил. Она не могла быть в саду все это время, ведь так? Если бы она все это время была в саду, то она бы полностью сгнила, прям как твои мозги. Значит, ее где-то хранили. А где тут вообще можно хранить тело? Есть только одно место. Я не могу представить других мест, где могло быть спрятано тело. Белая лаборатория. Гений. Тело Мукуро наверняка было спрятано в биолаборатории. Белая лаборатория? Ты имеешь в виду лаборатория на 5-м этаже? Именно. Она на самом деле используется как морг, так что это идеальное место, где может быть спрятано тело и в то же время сохранить его. То есть, ты также хочешь сказать, что тело было перенесено из биолаборатории в сад? У меня нет сомнений, что именно это и произошло. У меня на самом деле есть доказательства этого. А, это я говорил. Доказательства показывают, что переносили тело из биолаборатории. Что именно... сейчас это я помню. Не понял. А, вот, брезент. Фу. По такой фотке я его даже не узнал. Я уверен, что это было перенесено из белой лаборатории в сад, потому что в саду мы нашли брезент. Когда я перепроверял его, я кое-что заметил. Я заметил, что на уголке брезента стоит штамп с каким-то текстом. Но это невозможно заметить. Ну, извините меня, но это тупо невозможно не заметить. Ой, там написано «Биолаб». Ох ты мой, как ты заметил такой маленький текст? Придирчивая природа Макото, похоже, всплыла в самое подходящее время. Это доказывает, что брезент был изначально в биолаборатории. На самом деле, там лежит целая куча таких брезентов. Получается, когда убийца переносил тело в сад, он, должно быть, прихватил с собой брезент, чтобы завернуть его. Затем он защитил тело от разбрызгивателя при помощи брезента, а потом накидал на него робу. Ага, все это, что ты сказал, звучит так последовательно. Но это просто догадка. Где твои доказательства? Докажи, что тело было завернуто в брезент и передвинуто. Доказательства нет, я просто объясняю свою точку зрения. Но тебя, похоже, моя точка зрения задевает, не так ли? Задевает? Когда разговор зашел в белой лаборатории, ты начал заметно нервничать. Потому что ключ к разоблачению твоей личности спрятан там, ведь так? Ты говоришь о разоблачении кукловода? Видите ли, в биолаборатории есть несоответствие, несколько значимое, что его нельзя игнорировать. Несоответствие в биолаборатории? Неужели ты говоришь о... Ля-ля-ля, я тебя не слышу, ла-ла-ла. Какое ребячество. Ну что же, просто игнорируйте его. Мне надо собраться и подумать, несоответствие биолаборатории, неужели она говорит о... И, кстати, Макото, а что еще твоей любимой темы? Какой еще моей любимой темы? Похо-хо, думаешь, я говорю о твоей семье? Что? Похо-хо, ты так и говоришь, что ты забыл то видеосообщение. Как ты вообще думаешь, порядки ли еще твоя семья? Почему ты понимаешь эту тему именно сейчас? Твоя мама, твой папа, твоя маленькая сестренка, как ты думаешь, что произошло с твоей семьей? Действительно ли они в безопасности, как ты надеялся? Прекрати об этом разговаривать. Успокойся, Макото, он просто хочет тебя вывести из себя. Да, мне нужно просто успокоиться, я не могу позволить ему вывести себя из себя. Он говорит это только потому, что мы подбираемся к разгадке тайны биолаборатории, так что я хочу заткнуть его. Тот должен указать на несоответствие, шпарить им его. Несоответствие должно быть там, где не совпадают числа. Это количество камер, что ли? Точнее, те, которые светятся, момент истины. Опа. Да ну.
Вы момент истины решили здесь поставить? Серьезно, это штука. Ну ты же вообще бестолково, ну ладно, как скажете. Ага. Даже не смешно. А чё, о чем ты там? Это невозможно. Гарр, я тебя не слышу ни сегодня. Что ты там хочешь? Ты в этом уверен? Я так завелся. Это невозможно. Я не успеваю, короче, читать. Я лучше буду просто клацать, все. А ты, если надо, там прочитай, что за текст. Все, все. Ля-ля-ля, я тебя не слышу, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чё? Почему? В смысле? А почему не сработало? В смысле? Ты в этом уверен? Я не понял, почему не сработало? А, блядь, тут еще пули на... Подарок по тайной комнате. Я не знаю, тогда пускай так будет. Тоже мимо. Так дайте мне другой выбрать пулю. Бля. Вот это вообще неожиданно, прикинь. Это вообще нечестно. Я не ждал, что тут надо будет выбирать аж. Так, ладно, последний. Так, потайной индикатор в библиотеке. А, индикатор. Твою мать, я совсем забыл, о чем речь в биолаборатории. Они из-за этой вот этой всей херни, они меня так запутали, я сразу забыл, о чем речь идет. Блин, нормально вообще. Кихю говорит о несоответствии индикаторов. А чем это пишет еще один индикатор? Как я сказал ранее, биолаборатория играет еще и роль морга. И его частью является огромный установленный там холодильник. Там хранятся тела всех, кто умер. И он так устроен, что когда в камере находится тело, загорается синий индикатор. Другими словами, если горит синий индикатор, то это значит, в камере есть труп. Но я считаю количество горящих индикаторов, включая ту камеру, где было мукро. Их было 9. Их было только 9. А почему это важно? Дайте хоть крохотную подсказку, блин. Должно быть не 9 индикаторов всего, должно гореть 10. Это я еще тогда заметил и посчитал. Должно гореть 10 индикаторов. Любое другое количество невероятно подозрительно. Подозрительно почему? Все просто. Вспомни всех, кто погиб в этой школе, и все станет ясно. Точно, это ключ к решению тайны. Так, Саяко умерла первой. Джунка была второй. Вот, видишь, эти штыки как раз таки раны. Леон был третьим. Чихира была четвертой. Амонда был пятым. Кетаке был шестым, а затем Хифуми стал седьмым. Селес была восьмой. Сакура девятой. И десятая была жертва Мокура. Так всего 10 человек? Точно. Любое другое количество должно быть немедленно вызывать подозрения. Но судя по индикаторам биолаборатории, там хранилось только 9 дел. Заебете просто. Ты хочешь сказать, что труп просто взял и испарился? Я поняла, кукла вот уничтожила одно из тел, чтобы избавиться от доказательств. Но если бы он хотел это сделать, то уничтожил бы тело Мукуру, раз оно было именно ее. Но все же, ее тело было оставлено. Да, тогда чего же это тело исчезло? Вполне возможно быть, что никто из них не исчез. Да, если это так, тогда почему количество тел не совпадает? Включая казнь Монокумы, по-видимому, случилось 10 смертей. Но тел-то всего 9. А вот почему я пытаюсь... Вот что я пытаюсь отметить. Я совсем запуталась, как жертв может быть меньше, чем убийств? А тело было меньше, чем убийств, потому что объяснение, потому что тело было всего 9, а убийств 10, в том, что из-за чего это было? В каком случае это может быть логично? Сука, заебет он. Он один и тот же вопрос задал 4 раза. Кукловод уничтожил тело, один человек был убит дважды. Ну. А что если один человек убил дважды? А, убит дважды? Мы полагаем, что было совершено 10 убийств. Но одна из жертв могла быть убита, а потом убита вновь. Убита вновь. Если все так и случилось, то убийств могло быть 10, а же 9, верно? Технически ты прав, наверное, но все же это... Вполне могло
произойти... Нет, как раз и произошло. Звучит так, будто ты уверена на все 100. Тогда можешь ли ты нам сказать, кто был убит дважды? Это была Мукуру, конечно же. Прежде чем она была убита, как и Мукуру и Кусаба, ее убили как кого-то другого. Это все потому, что тело должно было храниться в биолаборатории до самого момента, как мы обнаружили его особо. Безумие какое-то, как она могла быть какой-то другой? Да ладно. Кроме того, как же это кто-то другой мог быть? Все это нужно сделать, чтобы посмотреть на ее раны, и это станет очевидным. Ничего не станет очевидным, потому что Кюкё точно бредит. Ну, я сказал, переделась. Ну, а тогда куда она оригинально делась, я не понимаю. А кто же мог быть этот кто-то другой, вместо того, который убила... так, Саяка Майонсу, это была... Кто? А, Саяка. Джунка. Да нет, я не это хотел. Чихира, Монда, Кятака, Хифуми, Селестия, Сакура. Нет. Убит дважды. Никто не мог быть убит дважды. Все, я понял. Да-да, Мукуру умерла от ран по всему телу. Разве это не было другого человека, который получил такие же раны? Да-да-да. Я это увидел. Просто оно... Дебильная зеленая херня, она долго крутится. Вот. Давай. Все, наконец-то. Оно пиздец долго крутится. Так, где? Так, давай. Да, видишь? Пока я все правильно делаю, ну не считая того, которая херня крутилась. Это бред. Ну, блядь. Я не ожидал, что там разные пули. Джунка, я даже не обратил внимания. Разве ее причина смерти не была похожей на причину смерти Мукуру? Что ты имеешь в виду? Ну, вы ведь помните, что с ней случилось? И она насквозь пронзила копьями по всему телу. А, по всему телу. А Мукуру умерла от многочисленных ран на всем теле. Если сравнивать ее раны с колотыми ранами Джунку... Они сходятся. Да, это единственная причина смерти, которая подходит под раны Мукуру. Это объясняет, почему два тела на самом деле являются одним и тем же. Если я правильно понял, то... Джунка или так, то ей притворялась, была насмерть проткнута множеством копий. Затем ее тело хранилось в биолаборатории какое-то время, прежде чем его вытащили. Но в этот раз тело представили как труп Мукуру и Кусабы. Все сходится, не так? Эти раны вполне могут быть ранами Джунка. Значит, это реально правда? Мукуру и Джунка один и тот же человек? Стоп, тогда... Что это все значит? Это значит, что было не 10 жертв, а 9. А к тому же, это значит, что среди всех тех людей, которые мы считали мертвыми, один все еще жив. Это настоящий кукловод? Давай, так кто кукловод? Мы же знаем ответ. Это Мукуру. Она все еще жива. Нет, Мукуру, я так понял, мертва. Это она на самом деле Джунка. А Джунка куда делась, я не знаю. Она забрала тело Джунка. И сделала вид, будто она убита. Так что Мукуру все еще жива, определенно. Замолчали сразу, тогда я должна быть права. Я ведь права, не так ли? Мукуру жива? Не-не-не-не-не, я в этом сомневаюсь. Именно Мукуру сейчас жива. Но так ли это? Нет, этого не может быть. Мукуру и Кусабы никак не может быть живой. Причина смерти, досье Мукуру файл. Давай причину смерти выберем. А тело, что мы нашли в саду, это была не Мукуру. В смысле нет? С хера ли нет? Это была Мукуру. Может, я не ту пулю выбрал? Давай пока лучше дослушаем, дочитаем. Это была не Мукуру. Значит, она все еще жива. Точно, она сделала так, чтобы Джунка выглядела как она. Это истинная личность кукловода. Нет, тоже. Что скажешь, Монакума, сдаешься? А если Мукуру жива, то тело, которое мы нашли, само не могло быть ее. Это действительно возможно? Я думаю, вот так надо делать, смотри. Это была не Мукуру. Так. Истинная личность кукловода. Нет, но это тоже нет. Ну тут две меня сразу фразы смущают, что это было типа не Мукуру и то, что их две. Нет, еще раз давай. Да? Я не могу сдаться, только не сейчас.
Не-не-не-не-не. Нет, нет. Ладно, вот первое, где я проебался вообще. Досье, может. Серьезно, так просто? Ну и тоже изначально у меня был этот вопрос. Просто, фу, вариант, просто я пулю не ту выбрал. Печально. Нет, тело, которое мы нашли в саду, это тело Мукро, но в этом мы точно не можем. В этом мы точно можем быть уверены. Внешний вид ее формы тела совпадает с ее досье. Верно, Кикё? Ее рост был 169 сантиметров, весила она 44 килограмма, размер 80-55-82. Все досье сходится с телом. А также есть еще татуировка Фернира, так что вопросов быть не должно. Если Мукро не кулово, тогда кто на самом деле еще жив? Кто-то сделал так, чтобы мы думали, будто он умер. Но на самом деле этот человек еще жив. Есть только одна возможность. Так, 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 это точно вот Джунка. Но почему ее тогда не звали на классный суд? Это нечестно. Джунка все еще жива, это единственная возможность. Ты в этом уверен? А? Я признаю, раз Мукро неоспоримо мертва, то Джунка кажется единственным объяснением. Но мы видели, как ее пронзили копья, она умерла прямо у нас на глазах. И если Джунка все еще жива, то да, увиденная смерть была каким-то притворством. Но ты же сам удостоверился, что она мертва, ведь так? Если подумать. Я осторожно поднес руку Джунка, я дотронулся до ее запястья, чтобы измерить пульс, прямо как кино, но она действительно мертва, больше тут и сказать нечего, она абсолютно и точно мертва, короче. Я действительно в этом удостоверился, я могу сказать наверняка, она была мертва, Джунка без сомнения была мертва. Тогда мысль о том, что она жива, она должна быть ошибочна. Ты отказываешься от своего прошлого заявления. Я знаю, что вы старались изо всех сил, но не повезло, полагаю, ваш выбор. Чего? Очень жаль, жаль. Это все еще не окончено. Фу, я думал, это я ошибся. А? Ты ведь все еще не сдаешься, да, Макото? Ну, конечно. А? Нет, конечно нет, я ни за что не сдамся так просто. Это все прекрасно, но как вы собираетесь решать эту проблему? Джунка точно мертва, Мукро точно мертва. То есть они обе мертвы, верно, и никто из них не мог как-то выжить? Нет, могла. Мукро переоделась в Джунка, и она же умерла, но при этом куда делась Джунка, я не знаю. Я думаю, нам надо посмотреть на это с другой перспективы. А? С другой С другой перспективой? Давайте предположим, что Джунка еще жива. Если так, кто... Как она могла выжить? Как Джунка могла выжить? Я проверил, она была мертва, я в этом уверен. Но все же, если бы она была каким-то образом жива, может ли это так, что умерла не Джунка? Это была не Джунка, а кто-то совсем другой. Может, она испытала какой-то трюк. Использовала какой-то трюк. И что тут скажут, макияж или что, костюм? Вообще ничего. Макияж, нет. Костюм. Маскировка. Я не знаю, что тут. А какие тут 7 вариантов, может, какой вариант тут будет? Переоде, нет. Костюм. А костюм, слово, через мягкий знак пишется? Костюм? Нет, сомневаюсь. Подожди, костюм с мягким знаком или нет? Я сомневаюсь. Если костюм с мягким знаком, то подходит слово костюм. А ну. Костюм. Костюм. Нет. Я же говорю, без мягкого знака, и там всего 6 букв. А как тогда пишется это слово? Слушай, ну это нечестно, тут вообще никакой подсказки. Костюм переодевание. Вообще не подходит. Переодеться тоже. Подожди, что там пишет нам? Понятно, ничего не пишет. Как тогда? А что тогда 7 букв? Охеренно вообще. Прикинь, как я должен так догадаться, что там вообще пишутся? Фу, ну это тупо вообще. Костюм? Нет. Костюм? Нет. Макияж. Тоже нет. Макияж, костюм. Макияж, костюм, костюм. А я вопрос забыл. Какой вопрос, собственно, был? Почему нельзя вопрос напомнить? Макияж, костюм.
переодевание тоже не подходит. Хер знает, наугад придется. Н. Нет. О. Д. Да, Д первое. Двойник. Она имеет в виду. Двой. Да ладно, двойник. Но это ж тупо. Прикинь. Как мне повезло, охереть вообще. У меня просто одно сердечко осталось. Я наугад клацал, и просто первая буква подошла. Охеренно. Прикинь, на какой грани я был от проигрыша. Так, точно, что если у нее был двойник? Двойник. Именно, прежде чем копьями смогли эти убить ее, она заставила кого-то занять ее место, а именно Мукуру и Кусабу. Тогда это объясняет появляющийся позже труп Мукуру. Именно поэтому рост, вес и все остальное сходится в досье, верно? Не знаю ничего о двойниках, но... Это же ведь Джунка была заколота насмерть, верно? Да, ты хочешь сказать, если ты кто-то поменялся, когда они вообще могли это сделать? Это я тупой или они тупые? Они не понимают, что заранее можно было переодеться, нет? Прямо перед тем, как ее протыкнули копья, она что, ниндзя, что ли? Да, походу, они все-таки тупые. Хорошо подмечено, они просто никак не могли бы легко поменяться. Так что, возможно, ты ошибся. Должен быть какой-то другой способ. Мне нужно объяснить, как они могли поменяться. Они поменялись в момент смерти, в самом начале, после смерти. После смерти поменялись, сука. Эти двое могли поменяться в самом начале. Я... Не совсем понял, на кого эта игра рассчитана, на какой возраст просто. Некоторые вопросы тут охренительно легкие, их решит даже моя левая нога. А другие настолько сложные, что даже я вот тупо наугад угадал, что это двойник. Я не знаю, у меня просто нет слов. На этом все, напиши любой комментарий, поставь лайк. Подпишись на канал, скоро увидимся.